Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли к нам на канал. Я очень надеюсь, что вас не смущает мой голос. Я озвучиваю с утра, и я еще немного не разболталась. У нас все хорошо, и я решила начать сегодняшнее видео с небольшой мотивации на уборку. Уборка начинается в нашей комнате. Я решила поменять сегодня постельное белье и убрать детскую кроватку отсюда. Как видите, она полностью завалена непонятно чем, покрывалами, одеялами. Сереженька в ней, в этой кроватке, так и не спит, поэтому в этот день я подумала, ну почему она просто так там стоит, надо ее куда-нибудь убрать. У нас как раз в комнате есть стена, и за эту стенку я решила просто отодвинуть. Сережа с Кристиной мне тут очень помогают. Вообще, Кристина, она всегда там, где малыши, она очень любит играть с Сереженькой, с Андрюшей. Она очень ласковая девочка и всегда предлагает мне чем-то помочь. Вот чищу картошку, мам, давай я тебе помогу. Меняю постельное белье, мамочка, давай я помогу. Вот ребенок, который вообще не боится никакого труда. И самое интересное, что она так любит малышей, к примеру, Сережу, она терпит от него все. Он может начать ее гладить, но потом как-то незаметно начать дергать ее за волосы, и она не будет плакать, она просто скажет: «Сереженька, ну мне немножко неприятно», но она и продолжает дальше смеяться, улыбаться, то есть очень ласковая девочка и очень терпеливая. Тем временем я уже почти поменяла постельное белье, осталось мне только заправить кровать, протереть пыль и немножко прибраться на полу. Под предыдущим моим видео я увидела комментарий, скажем так, большая такая ветка комментариев относительно моего хобби. Вы спрашивали, чем я вообще люблю заниматься, есть ли у меня какое-то хобби. Я уже об этом рассказывала, но для новых расскажу еще. Вообще я очень люблю петь. Я давно хочу ходить на занятия на вокал. Когда-то, когда я училась еще в 9-10 классе, я собиралась вообще поступать в музыкальное училище и ходила в 9-10 классе на подготовительные курсы музыкальные. Но потом, когда училась уже в 11, я решила пойти на педагога и в итоге в музыкальный так и не пошла, не поступила, ну не стала даже поступать. Хотя я очень люблю петь, очень люблю танцевать, но петь, конечно. Я надеюсь, что когда буду немного посвободней, ну, уверена, что смогу заняться вокалом хотя бы чисто для себя. Помимо пения, мне очень нравится играть на фортепиано. Как раз, когда я училась на музыкальных курсах, я очень много учила разных произведений. И, конечно, мне очень нравится играть. Мне нравится, когда садится Маша за пианино, когда садится Ксюша. Ну и, конечно, у меня сейчас хобби – это мой канал, YouTube-канал. Мне нравится снимать, мне нравится монтировать, накладывать музыку, разные переходы, не знаю. Я люблю это делать, и мне нравится, что можно совмещать приятное с полезным, как говорится. И это не только хобби, но и заработок. Хотела с вами поделиться. Представляете, каждое утро, когда мы просыпаемся, у нас вот эта вот балконная дверь, она вся мокрая. Оно запотевает, и вода прям стекает на пол, то есть огромными лужами. Мы это каждое утро вытираем, причем здесь, получается, местами уже начинает взбухать ламинат, а по бокам здесь вообще появляется плесень. В общем, будем что-то делать, потому что совсем это плохо. Причем на других окнах такого нет. То есть другие окна так у нас не потеют. И только совсем внизу. Но мы тоже это протираем. То есть каждое утро мы протираем все окна, чтобы не было никакой влаги. Интересно, почему так происходит? Ну, а мы с вами достаточно много уже сделали, я уже передвинула кровать, сразу говорю, она не тяжелая, чтобы вы не переживали, она легкая, поэтому мне несложно было ее передвинуть. Я разбираюсь на комоде, и опять вернусь к разговору про хобби. Также я в свое время отучилась на мастера по маникюру, мне нравится сам этот процесс, кому-то красить ноготочки, мне нравится это делать.
Помню, я была беременна Ксюшей, и в то время, пока малыши спали в тихий час, ко мне могла прийти одна девушка, и я могла за полтора часа сделать маникюр. Но это было где-то два раза в неделю, но все равно мне было приятно, что я могла также и маникюр сделать, и за это получить какую-то денежку. Было приятно. Также мне очень нравится вязать, вышивать, но сейчас на это времени нет, но если у меня будет желание, если я захочу, я знаю, что я всегда могу этим заняться. Одно время я хотела вязать амигурами или амигуруми, вот эти вот мишки, куколки, и продавать. Тоже у меня была такая идея. Ну а мы с вами уже пропылесосили, протерли пыль и почти навели порядок в комнате, поправляю шторы. На самом деле эти шторы посветлее, чем вы видите на камере. Почему-то на камере они темные, а в жизни они посветлее и смотрятся, на мой взгляд, получше, чем вы это видите. Все, собираюсь подшить шторы, но никак руки до этого не доходят. Уже думаю, ладно, уже в новый дом переедем, там уже и подошьем. Но не знаю, посмотрим. Хотела вам показать, что дети подарили мне на День матери. Смотрите, какая красота. Сделали такие шарики. Будем вешать на елочку. Очень красиво. Это они делали на занятиях. Это Леша и Машенька. Такие шарики. И такие елочки тоже очень красивые. Посмотрите, какая прелесть. Очень нарядная елочка. Правда, здесь было побольше шариков. Малыши немножко здесь отковыряли. Я так спрятала, чтобы дети не видели. Леша такую открыточку подарил. В школе делали совушки. Такая вот красота. А это Маша подарила подарок. Взяла коробку из-под овсянки и туда положила очень много разных подарочков, и нужно вытаскивать по одному. Вот, так что такие у меня подарочки. Записалась я сегодня на маникюр, причем пришла в ту пятницу, а мастер, она беременная и забыла меня записать вовремя. В итоге я пришла, она говорит: ой, я вас не записала. Перезаписала на сегодня, на понедельник, так что пойду сегодня. Скоро уже надо ехать. Хорошо, что здесь прибралась. А я еще хотела вам показать. Наверняка у нас на канале есть молодые мамочки, которые ждут малышей. Меня очень выручает такой доплер. Я вообще очень всегда переживаю, как все ли хорошо с малышом. И купила на Авито такой доплер. Помню, за 1000 рублей я его покупала. И он меня очень выручает. С Сереженькой я услышала сердечко. Это прибор, чтобы слышать сердечко малыша. С Сереженькой я услышала сердечко на 12-й неделе. В этот раз тоже, кажется, на 12-й или чуть-чуть попозже. А вчера, представляете, решила послушать сердечко. И меня малыш два раза пнул. Такая прелесть, прям отчетливо, прям пиночек уже я чувствую. Слава богу, все хорошо. И вот, пользуюсь таким гелем, гель покупала на Валберес. Так что с 12 неделек можно уже слышать сердечко малыша и не переживать. Потому что я помню, стаечка, я очень часто ходила на УЗИ. Я еще лежала на сохранении стаи, у меня был тонус. Вот. Ну и, конечно, с таким доплером гораздо спокойнее, и можно не бегать по врачам. А я все, маникюр сделала, красота получилась. Забрала Петю из школы, да, Петенька? Ага. Сегодня у нас Маша и Тая остались дома, потому что у Таи болело горло, а у Маши ножки. В итоге у нас в школу ходил сегодня один Петя и Леша. Леша утром уже отучился, так что мы идем уже из школы. Ну а здесь у нас уже вторник, к нам приехала нянечка, и я продолжаю наводить порядок. Я решила сегодня помыть самой окна на первом этаже, они очень были заляпаны, поэтому я думаю, лучше я их помою сама. Шторы уже Сережа все снял отсюда, именно тюль, и сняли пока только с этих окон. Я разделила зал на две части, сейчас решила сделать уборку именно в этой части. Также мы будем вешать на это окно красивую гирлянду, штору.
Поэтому я помою окна, тюль постирается, Сережа повесит, и уже в этот день вечером Сережа повесил гирлянду, и стало очень красиво, дальше вы все сами увидите. И все чаще и чаще я вижу в комментариях вопросы про наших соседей. Наши соседи начали строиться летом, и уже стоит дом, уже завели газ, насколько я знаю, уже поставили окна, двери. В общем, мне самой интересно наблюдать, как происходит стройка, потому что, вы знаете, мы думали самим строиться или уже покупать готовый дом. И я уже рассказывала, что хозяина дома зовут Дмитрий, и у него тоже есть свой YouTube-канал и страничка в Instagram. И сама я часто наблюдаю в Инстаграме за их стройкой. Я решила оставить ссылочку, чтобы вы тоже могли смотреть, наблюдать, потому что действительно очень много полезных советов, особенно тем, кто решил сам строиться. А еще Дмитрий снимает очень вкусные блюда, так что обязательно переходите, подписывайтесь. Это не реклама, просто от души совет, потому что я сама наблюдаю за их страничкой, действительно очень интересно. Знаю, будут вопросы, чем я мыла окно. Обычным скребком покупала в Икее, но они продаются также в любом хозяйственном магазине. Но этим средством я уже просто протирала подоконники, дезинфицировала. Так и не сказала, чем мыла я окно. Я мыла просто водой и немножко добавила средства для мытья посуды, 2 капли, и губкой. Сначала хорошо все это намывала, потом скребком всю влагу снимала и протирала сухой тряпочкой. Ну а сейчас я уже решила пропылесосить одновременно помыть полы. Тут еще бегал Андрюша, я так и не поняла, что он кружился, причем когда я убиралась, я даже не заметила, потом уже увидела на камере. Здесь я перешла к лестнице, я решила пропылесосить, и потом взяла уже другую насадку, потому что в уголочке очень сложно пылесосом добраться, я поменяла насадку и уже все хорошо собрала. Здесь окно не очень грязное, если на первом этаже в зале, где я сама мыла, оно было полностью заляпанное детскими ладошками, то здесь окно, оно чистое, просто решила его так протереть и протираю сейчас подоконник. Ну и приступаем к самому интересному, начинаем уже потихоньку украшать дом. Не так давно я покупала такие стикеры для окна, они многоразовые, если я не ошибаюсь, вот такой вот Мишка, мне кажется, здесь будет очень хорошо смотреться. Андрюшенька мне вовсю помогал и подавал наклейки. Я еще планирую на сам подоконник сюда что-то еще поставить. У меня были мысли поставить звезду икеевскую, но я поняла, что она загородит вот эту красоту и не будет видно Мишку. Потом думала поставить сюда свечки, ну тоже пока под вопросом, не знаю. В комплекте в подарок положили таких красивых гномиков, тоже думали, куда бы их приклеить, но, по-моему, в итоге мы этого гнома отсюда убрали. Обед у меня сегодня был очень простой, Таечка помогла почистить картошку, она в этот день была дома, я сделала пюре. Пожарила вкусные рыбные котлетки, ну это полуфабрикат, дети их любят, у нас получается где-то раз в неделю я их жарю, ну и просто свежий огурчик. А у нас уже тихий час, в итоге Кристиночка с Сережей заснули, Андрюша спать не пошел, сказал, что будет мне помогать. Леша с Ксюшей гуляют, Леша уже приехал из школы, они пошли погулять. Ну а я продолжаю украшать окно. Здесь Сереженька проснулся, ему так понравились украшения на окнах, ему так понравились эти наклейки. Ну а я достала еще одни стикеры и поняла, что я хочу все-таки эти домики поклеить на это окно, а елочку отсюда снять и переклеить уже к мальчикам в комнату. Насчет окна
Я его здесь уже тоже помыла, не стала это снимать, и также я в этот день еще помыла окна у мальчиков. Именно мыла вручную, потому что что здесь, что у мальчиков, они были все заляпанные. Казалось бы, наклейки стоили, если я не путаю, рублей 700-800, но вы посмотрите, какая красота. Мне кажется, окно стало таким волшебным, и всем деткам очень и очень понравилось. Что говорить о детях, мне самой очень понравились эти стикеры. Ну а тут уже Кристиночка проснулась, и я вспомнила, что я не так давно ездила в Ашан и купила разные развивашки детям, причем я про них забыла, и дети сегодня нашли, и я думаю, точно, надо же им подарить. У нас дети очень любят такие книжечки с многоразовыми наклеечками. Мне кажется, это вообще любовь моего детства. Я всегда о таких книжечках мечтала. Маше я взяла с феями, Таечке я взяла такую книжечку с балетом, ей нравится. Ксюшеньке я взяла книжечку с Золушкой. Повторюсь, покупала в Ашане, и они стоили тогда недорого, и мне кажется, я бы сама с удовольствием села бы и понаклеивала бы эти книжечки. Еще увидела такие развивающие занятия для девочек, это я взяла как раз для Ксюшеньки. Но можно было и для Кристиночки взять, потому что ей тоже нравится делать такие разные задания. Эту книжечку я взяла для Лёши, тоже там и наклеечки внутри, и задания. Он очень быстро с этим справился. Ну а для Пети я взяла такую головоломку с кроссвордами. Для Андрюшеньки я взяла раскраску с наклейками. Как видите, он должен найти картинку и именно на то место приклеить наклейку. Ой, я надеюсь, я вас не запутала. В общем, он так быстро справился, ну а потом уже начал раскрашивать. Ну а здесь я решила подоконник на первом этаже немного украсить такой гирляндой, но на самом деле я, наверное, докуплю сюда пышную гирлянду, потому что это какая-то очень тоненькая. Я ее обмотала проволокой медной с огоньками, ой, гирлянды, уже все слова повылетали, и вот такая вот нарядная гирлянда получается. Ну а здесь я перешла уже в комнату к мальчикам, окно я здесь тоже уже помыла, Андрюша занимался своей раскраской, Лёша делал уроки, ну а как Лёша доделал уроки, он уже начал мне помогать. Ну а здесь я уже перешла на кухню, надо готовить ужин. Утром я еще достала мясо, хочу сегодня сделать на ужин деткам котлеты. Дети у нас в это время почти все гуляли, кроме Сереженьки. Он немножко простыл, поэтому он наверху играл с нянечкой. Я уже достала мясорубку, сейчас прокручу мясо. Также заранее почищу лук, чтобы тоже его прокрутить. Кстати, представляете, купила Сереженьке паильник, в итоге он не стал даже из него пить. Первый раз у меня такое. Хочу уже его потихоньку отучать от бутылочки и хотя бы приучить к паильнику. Но, может быть, пока не время, не хочет. У него еще сейчас очень активно лезут зубы. Я уже нарезаю мясо и замочила белый хлеб. Замочила белый хлеб в воде, можно было в молоке, ну, я просто водички. И теперь пропускаю мясо через мясорубку. Сначала кладу мясо по очередности, потом лук, хлеб, потом опять мясо и так вот прокручиваю. Представляете, я уже потом, когда сделала котлеты, я поняла, что забыла их обвалять в панировочных сухарях. Просто вылетело из головы.
Мясорубка у меня Bosch, я уже про нее рассказывала. Сюда, наверное, вставлю подсказочку, чтобы вы перешли, может быть, кому интересно, посмотрите. И убираю посуду в посудомойку, ставлю на плиту сковородку и делаю котлетки. Вот тут вот я даже не вспомнила, что их нужно обвалять, они были бы вкуснее, хотя дети с удовольствием съели. Я потом еще вторую сковородку поставила, чтобы быстрее пожарить. Так, и пока что у меня жарятся котлеты. Хотела поставить гречку тоже вместе с котлетами, но решила воспользоваться моментом, пока тишина в доме, все гуляют. Очень было много вопросов по поводу моего нового помощника, комбайна, который режет кубиками. Это просто мега-супер вещь. Вы знаете, здесь помимо такого ножа, который режет кубиками, очень много разных насадок. Сейчас нет времени все поближе показать, но вы можете вбить модель этого блендера, да, написано вообще, что это погружной блендер. И тут много разных насадок. Как видите, вот здесь вот все изображено, 9 в одном. Я очень довольна, но я пока пользовалась только кубиками. Вот так вот называется модель. Браун. Мини-пиммер 9. Не знаю, как правильно. Вообще здесь еще сверху вот такой вот номер. Ой, не фокусирует. Вот этот вот номер. Я перечитала очень много разных отзывов, и на что многие пишут обратить внимание, чтобы был такой вот ножичек, диск, да, из нержавеющей стали. Обычно они у других моделей, у других фирм, не знаю, пластиковые, и просто маленькая вставочка ножа нержавеющего. А здесь прям целый диск нержавеющий, и он вставляется сюда. Очень хороший пластик. В общем, я пока довольна. Но я повторюсь, что я пока резала салаты. Мне, в принципе, в основном нужен был только он. А блендера у меня тоже не было. Наш сломался. Но я не так часто что-то готовлю блендеру. Поэтому не знаю. Ну, наверняка пригодится. Таечка сейчас много выпекает. Я думаю, пригодится. Но вот это вот просто действительно находка. Кристина! Кристина! Тебе тепло? Мама! Да! Ой, ты умничка! Темно, ничего не видно почему-то. Мама! Иди сюда, Андрюша. Ты там снег чистишь, помогаешь? Кристиночка, убери палочку, осторожно. Румяные щечки. Что, Андрей? Ты там помогаешь чистить снег? Андрюш, Андрей очень занят. Помаши всем ручка, Андрей. Помаши ручка, Андрюша. Всем помаши. Молодец. Мама, папа тут. Хорошо, папе тоже помаши ручкой. Пальчики, пальчики береги. Румяные щечки. Поставила я уже вариться гречку, вторую сковородку поставила для котлеток, и хотела вам показать, что я купила в прошлый раз в Икее. В позапрошлый раз я брала два домика. Помните, я вам говорила, что в том году мы делали пряничные домики, украшали, покупала тоже в Икее. И вы представляете, когда я поехала в этот раз, я думаю, возьму третий домик, взяла третий дом. И что я поняла, что оказывается в этом году в Икее появились маленькие домики. Это маленькие домики. Они, наверное, с ладошку. Это небольшой домик. И в тот раз я взяла два маленьких домика. Как бы вам показать? Как он... В общем, он совершенно небольшой. По сравнению с этим домом, этот большой. Наверное, в длину какая-то коробка. А эти, они прям маленькие домики. То есть у них появились такие маленькие пряничные домики. Я подумала, если бы я в тот раз была повнимательной, можно было вообще всем детям взять по такому домику, чтобы каждый раскрасил свой домик, украсил.
Ну, посмотрим, если я еще буду в Икее, если еще будут эти домики, я не знаю, либо я еще докуплю большие, 2-3, не знаю. Вкусные, вот эти пряничные домики очень вкусные, ну и плюс интересно украшать. Также я еще купила вот эти вот тарелки, они самые там, по-моему, бюджетные. В них очень удобно есть детям второе. Мне вот они нравятся, как раз ничего из тарелки не выпадает, когда едят. И как-то аккуратно выглядит. Взяла штук 8. Или 9. Вообще брала 10, но потом на кассе оказалось, что как-то меньше я взяла. В общем, так. Больше... А, ну и лампы я купила, про которые в тот раз еще говорила. Там она стоит. Вот такие вкусные. Сережа купил сегодня печенье. Очень вкусные. С цукатами. Это уже кто-то украсил из детей. Очень вкусные вот эти печенюшки с цукатами творожные. Творожные печеньки. Мне они очень понравились. Они сейчас вроде по какой-то скидке. И тут Сережа много купил. Продукты покупал. Ну, вот как-то так. Ну, а мы сейчас будем ужинать. И потом, когда дети лягут спать, повесим тюль. Огоньки будем эти вешать. Пополнила Валберес за 700 или 800 рублей. Конечно, сейчас открыла прям, ну, совсем Китай-Китай. Слабенькая коробочка. Но я сейчас включила, все горит. Посмотрим, насколько у нас это все дело проработает. Ну, в том году мы покупали похожие, просто перепутали. Нам привезли не теплый свет, а белый. Провисели все-таки всю зиму. Ну, посмотрим. Они у нас 3x3. Такая гирлянда штора. Уже хочется повесить, мама, но уже вечером. Так, Ксюш, давай заснимем. Иди сюда, показывай, что ты сделала. Вот. Кристиночка сколько уже всего сделала. Погуляла и опять. Тут еще наклейки. Красиво. Это ты вот это приклеила как раз, да, на печеньке? Это Тая. А, Таечка приклеила. Ты ей подарила такую наклеечку? Да. Вот. Ну, здорово. Вот. Умничка. Еще. Вот. Очень еще. Красиво. Вот еще. И вы посмотрите, какая красота получилась. Сережа повесил тюль, повесил эту гирлянду. Стало просто волшебно, невероятно красиво. Дети еще не видели. Я очень довольна результатом. Здесь еще будет стоять елочка, но уже такое предновогоднее настроение. И хочу сказать, что это еще не все. Мы будем еще дальше украшать постепенно наш дом. Я уже знаю, что нужно докупить, что куда я поставлю. У нас еще очень много разных красивых звездочек, так что будем вешать, ставить. Но на сегодня я уже буду с вами, дорогие друзья, прощаться. Сегодня, наверное, я много говорила, но увидимся с вами уже совсем скоро. Я надеюсь, в субботу. И... всем хорошего настроения, всем пока-пока!